Вот газели стоят. Долго думал, это машина или нет. Отсюда что-то вырвали. Вот, подошел. Вот так вот. Вот так. Смотрю. А это машина. Февраль, 13 число, и сегодня лучше по трассам ездить перед ними, а не за ними. Друзья, москвичи, на дорогах Москвы возникла очень тяжелая ситуация. Тысячи фур стоят на дорогах, атакованные снежной лавиной. У водителей многих машин заканчивается топливо. Садятся аккумуляторы. На заправочной станции невозможно проехать. Фуры надо тянуть, так как они не могут подняться в гору. Почему никакой помощи не оказывает МЧС? Почему ничего не предпринимает руководство Москвы? Ведь в машинах сидят водители. Это наши мужья, отцы и братья. И сейчас им очень нужна наша помощь, потому что очень холодно. А водители не могут бросить свой груз, не могут бросить свои машины. Руководство Москвы, услышьте меня. Это Москва. Дверь закрылась. Поехали. Едем, едем мы в соседнее село на дискотеку. Да, ребят, вот у нас убирают снег во дворе, и КамАЗ прочертил одну машину. По габариту, наверное, мужик не сориентировался. И причем так нехило прочертил. И вот еще одну. По-моему, к такому не были готовы, к такой зиме. Говорят, такое 40 лет назад было. Не выезжайте вы никуда, сидите дома, посмотрите, что происходит, да. Это МКАД. Выход из подъезда. Просто магазин какой-то. Я больше не могу. Мне капец холодно тут. Что я тут делаю в России? Границы откройте, пожалуйста. Я иду домой. Короче, да тут сейчас три ряда, блин, первый, второй, третий, блядь. Он по очереди по одной машине с каждого ряда пропускает и все. Так что... Парень, курица, на момент.